Всем привет, с вами Виктор, и мы сегодня начинаем новое прохождение игры Through the Woods. Игрушка почти новая, ну почти. Уже несколько месяцев прошло спустя ее выхода. Ее многие уже прошли, многие ее знают, я ее еще не проходил, я ее еще не знаю. Как я понял, это будет такой вот хоррор. Играть мы будем, как я понял, за девку какую-то и бегать по лесам. Ладно, все, давайте вот на этом мы и начнем игру. Долгое вступление не будем делать. Так что давайте нажимаем продолжить. Западная Норвегия. Какой-то домик. В лесу домик на дереве. Ага, это наши персонажи, как я понял, понимаю, да? I'm gonna go exploring, mom. Okay? Okay. Just keep away from the stairs. It's old. Он старый. К мостику не ходите. Так, а ты мой главный персонаж, да? Что ж, ух ты, пипец, как у тебя какая рожа некрасивая. Надо... анимация лица не особо старались. Ладно, посмотрим, что за игрушка. Посмотрим, что она как, что из себя представляет. Мне куда идти-то нужно? Так, бегать я могу на shift, окей. Мы можем туда сходить, да? Так, ладно, да. А куда нам идти-то нужно, а? Озеро есть большое. Причал какой-то. Ау, а мне куда идти нужно? Понял тебя, сейчас приду. Так, ладно, окей, пока мне все нравится. Ну вот анимация лица, это пипец просто. Это просто охренеть как. Как не радостно. Ладно, окей, пошли, как там получается это... Это вроде пацан, да? Сын получается какой-то. Это мать получается, да? Да, вроде так пока. Они приехали, как я понял, на отдых какой-то. На какую-то дачу. Или не дача, а... просто... туркомплекс. Так, подошел вечер. Ночь уже. А они так и ничего не сделали, да? Покушали там, наверное, что-то и так и с дивана и не вставали. Окей, окей. Мам. Эй, мам, wake up. Wake up. You've been asleep all day. А можно еще поспать, а? Sorry.
Why do you have to stay up so late? You're always tired. Espen, I came here to work. You were supposed to be with your grandparents this weekend. Sorry. Just let me get some coffee. We'll go night fishing down by the lake or something. I just wanted to go to the bathroom, but it's dark outside. I'm sorry. Go get the flashlight. Да, просто фонарик возьми и вперед. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы включить фонарик. Ага, я понял. Ночь началась. Ночь идет. You coming? I thought you had to go. I do, just a sec. Так, открыть. На, фонарик держи, там посветишь. Of course. Нормально так. Домик. So, с освещением. С электричеством. Да сы там кто мешает-то. Сопровождение ушло уже. Я ушел уже, ушел. Да я уже здесь уже стою. Ну, это он долго еще. Долго. Блин, я пошел только внутрь, короче. Открывайте. Ну, блин, открой. О, все, наконец-то. Не прошло и года. Мог и сам, да? Ну, где ты там? Говорили же, хоррор будет, а? Пипец, как страшно. Вот пипец просто. Пошли в дом. Холодно, наверное. Не тепло. Не лето все-таки в Норвегии. Че, здесь надо заходить или че? Не, здесь вы не хотите. Так, лесенка. Вы домой хотите или нет, чё-то? С вашим шоколадом? I'm not going to pretend that I was a great mother. When Espen was born, I found, to my surprise, I felt nothing. My nightmare had come true. And I was left raising a child I didn't love. Ну, бывает такое, да, я знаю. Бывает иногда. Даже не иногда, часто бывает. I resented them both. And one day, Espen and me were alone. But as Espen got older, а на чем ты там работаешь? Там ты там архитектор, что ли, какой-то? Чертежи там какие-то там строишь. Чертишь. Espen, why didn't you wake me up? Espen, want some breakfast or lunch? We have eggs. Есть яйца, свиная грудинка. This is our plan. Так я не понял, чем ты там работаешь, на чем? Какое-то
Ты архитектор, да? Ты архитектором работаешь. И решила уехать на природу, чтобы творческий кризис перебороть, да? А-а-а. Что сейчас читать там есть? Что там? Описание. Привет, мам! Ты вечно спишь, когда я просыпаюсь. Это очень скучно. Я пошел гулять. Понятно, ты гуляй. Гуляй сколько хочешь. Тут у нас что? Не, нужно было нажать. Еще раз можно. Верни записку. Коллекция, наверное. Не, блин, я прочитать там хотел вообще-то. Пицца. Вы ее и сами мне перевозите, да? Сами берете машину и возите, или вам привозит кто-то? I loved our room at the cabin. Espen's reflectors looked nice in the sunlight, and his drawings globus подсветкой. He soaked up the world, and it bled from his imagination to the page. Не такой. In pastels and pen. The process always seemed to distill the harsh world into something purer. Так, блин, а домик-то не маленький. А эти чё там за две комнаты? А? Умывальник и что-то ещё? Так, выйти на улицу. Давай. Espen. Ну, блин, хочется пробегать тут немного где-нибудь. I hope you're not down on the pier. I told you that thing's dangerous. А где мостик-то? Espen, talk to me, little man. Где находится мостик? Я правильно иду? Hey! Чё вы? В смысле, что там какого хрена? Это что еще там за хрен? Это что еще там за хренотень такая? Espen? Это что еще за имя такое, Espen? Что за хрен, да хренотень такая? Espen! Что за мужик там такой? Espen. Espen! Espen. Espen. Нормально тут завороты. Какой-то мужик взял и пацана там себе забрал. Чё за мудак-то такой там? Ладно. И мы, получается, будем оставшееся время его искать, да? Искать его будем. Так, что нам нужно плыть, да? Ты в курсе, что где ты сейчас плаваешь? Ты плаваешь, пипец, какой холодной воде. Само по себе тут холод, да еще в одежде плаваешь. Это пипец, как нехорошо. Замерзнешь и все, и заболеешь. Так, лодка здесь. Телефон еще сел, наверное, да? Побежали. Чё за место тут такое? Чё это такое?
рыбы. Сушеные. Так, направо, налево. О, блин, че, куда мы попали-то? Espen, shit, this can't be happening. Ничего, она... Дави. Да идем по башке, дадим. Направо, налево. Налево. Блин, а тут мы вторую развилку пропустили. Место вообще большое. Слушай, от тебя отсохнуть не надо, что ли? Это раз, у тебя телефон. А, ты его нам телефон намочила просто. Да я думал, подумал, сел. Он мокрый просто. Хана телефону вообще уже, да? Нормально тут места. Они пипец какие большие. Так, а это что сейчас за херня? Че еще тут за булыжники такие? Espen! Espen, ты где? Нормально тут такой замес. Какой-то мудак взял. Че там? Просто тени играют. Так, как я какой-то мост нашел. Надеюсь, не обвалится. А это что такое? Какая-то деревня. Деревня викингов. Заброшенная, правда, но тем не менее. Она тут есть. Hey, is someone there? Не думаю, что этот кто-то нам поможет. Меч. Мы в какую-то деревню викингов попали. Старообрядцев каких-то. Ау. Да мы куда бы попали-то? Мы попали в какую-то жопень. Так, здесь ничего нету. Так, а там у нас что? Тут у нас тоже самое. Ладно, окей, здесь какая-то деревня есть. Заброшенная. Деревня не маленькая. Читать. О, хоть что-то появилось. Так, на Е. Старый Эрик. Рассказы жителя деревни. На медне в деревню явился старый мерзавец. Трусливый сукин сын увел сына рейдер. Мерзавец, никто не заметил его прихода, хоть мы и выставили дозор несколько недель назад. Мальчишка и пикнуть не успел, бедняга. Если бы не врата, мы бы уже давно туда сходили и с этим покончили. Для нашего брата чертовы врата не открываются. Нам только остается ждать и надеяться, что рейдер был последним. Испорчена людская. Его сердце, если оно у него вообще есть, наверное, такое же гнилое, как труп свиньи месячной давности. А боги ничего не делают. Будь они прокляты всем своим вонючим скопом,
И будь проклят, убийца, Эрик. Эрик. Тут какая-то сказка. Ты из Норвегии, да? Да не, это просто совпадение. Какой-то мудак просто начитался сказки и решил он в реальности это. Извините, я случайно. Я думал, она откроется, как все остальные. Она взяла и просто открылась вниз. А здесь народные собрания проводились и в деревне. Всеобщее собрание тут проводилось. Давно это правда было. Ладно. Так, можно наверх сходить. Можно сходить наверх. Вот тут что-то есть. Меч тут самый главный сидел, да, получается. Записки нету, это не радует. Ткацкие станки. Прыгать мы не можем, окей. На пробел нажимаю, ничего не получается. Кстати, свеча горит. Горит свеча. Или она горит бесконечно. Или здесь кто-то был. Недавно при том. Так. Это че еще такое? Кто в дудку дует? Ой, еще записка. В ночи виден огонек на сторожевой башне. Наверное, чудак Ракер опять свои фонари зажег. У меня рука крепче сжимает лук, когда он бродит вокруг в темноте. Но он единственный, кто поддерживает свет на тропах и уносит мертвых. Он этим занимается с незапамятных времен. Мы хоть и не знаем причин, да и никто не видит его в деле. Выходит он только в самое темное время суток. Иногда старики оставляют за забором корзины с хлебом, чтобы ему было что поесть. На утро корзина пропадает, если я не слежу за ней всю ночь. А если слежу, хлеб засыхает. А Егор растаскивает вороны. Клянусь, кажись, я слежу за стариком Ракером. А он еще лучше следит за мной. А куда ты их все эти записки уносишь, а? Блин, еще эта дудка какая-то. Нормально. Какие-то древние сказки. Древние там персонажи. Так, нам куда идти-то нужно?
Так, эту статую я видел. Мы оттуда, получается, пришли. Отсюда, да? Да, вот она, это вот центр собраний. Вот, получается, статуя. Да, это точно викинги. Это точно викинги. Топоры, борода, шлемы. Да, это похоже. Норвегия западная. Мечи. Что это такое? А что это такое? Снеговик отражатели. Ага. Слушай, я правильно иду? Подожди-ка. Это что такое? Это озеро, что ли? Море? Океан? Не, море, море, море. Балтийское море вроде, да? Вот это вот. Да-да. Это море. Близости к морю. Викинги же были этими, вроде, мореплавателями. Они должны были близко к морю находиться, да? Располагаться. Какие большие гора, а? Прыгать бы еще научилась. Вообще было бы все хорошо. Так, нам туда, да, по тропинке. А? Туда нам уже нельзя. Это что еще было за охренеть? Что это такое? Какая-то елочка? Муркстад. Какие-то письменности. Хрен его разбери. Что за камушек такое тут? С магией уже какая-то. Тут какая-то магия. Волшебники там еще. Экстрасенсы всякие. Да я тоже так думаю, что мужик не может на горбу так долго его нести. Догоним как-нибудь, догоним. Мы налегке, налегке, налегке. Вот только он идет строго определенным курсом, и он знает, куда идти. А мы не знаем, мы просто бегаем. И рассматриваем всякие места. Так, а это что еще такое? Пещера какая-то. Скоро дождь будет. Солнце садится.
have to go down. Пошли спуститься. Придется спускаться тогда. Старый козел понял слежку и мост убрал. Так, понятно, здесь ничего такого нету. Блин, а кто он такой вообще? Чё за черт там такой бегает? И нашу нам головную боль доставил, а? Чё ещё там за хрен такой? Где? А, все, вижу, вижу. Куртка еще. Пошел погулять, ага. Все, бери быстро фонарики, пошли. Так, из пещеры мы вышли, окей. А как же ты думал, холодно без куртки? Тут тепло, да? Тут тепло, юг. Экватор. На западной Норвегии. Без куртки, тепло. Капитан, очевидность тут. I was his mother. I was supposed to protect him. He trusted me, and I let him down, as I had so many times before. His jacket Блин, вот в горах прыгать нельзя, не дают. I promised myself I would find him, and I would bring him back. I just hoped that was a prophecy. Это там что еще прыгает? Что-то его прыгало там, видели? Видели там? Какая-то там обезьяна, мартышка. Нажмите левую кнопку мыши, я знаю. Батарейки не садить. Нам батарейки пригодятся еще. На фонарик. Телефона уже нету, так что ментов тут не вызвать. Не надо, чтобы и фонарик тут садился. Так все делаем. О, озеро какое-то. Какое-то озеро. О, блин, еще один камушек. Какая-то обезьяна прыгает на какого-то там человека. Почти. У него рога какие-то. И что это означает? Если там было какое-то там дерево какое-то было. Ёлка. То здесь то вот такое. Что они означают, а? Они должны как-то меня сюжет подсказывать и рассказывать. А я не понимаю. Костер. Ладно, пошли. Че, перелезть не можешь, что ли, а? Прыгнуть там. Кто человеческий? Твою тебе хрен. Но он уже давно тут погиб. Возможно, даже житель той деревни. Возможно, сам викинг. И погиб еще лет 500-700 назад.
Не, вряд ли. Вряд ли. Кости бы, наверное, уже сами уже рассыпались бы от такого времени. Но он тут давно лежит. Пипец, как давно. А вот костер разжег. Это, наверное, тот самый дед. Дед, наверное, разжег. Так, тролль. Проклятый зверь, а я дурак, что сюда зашел. Хотя, может быть, я найду одного-двух убитых и ошкуренных зайцев в логове тролля. Я же искал эту треклятую тварь, пока не пробрался сюда и не увидел, что ее нет. Дурак, поздно я заметил, что она приближается. Поймал меня на зверушку. Тварь прибрела, волоча за ноги двух болеющих овец. Я помру раньше, чем пойму, как это не услышал их приближение. Она дважды швырнула меня об стену и оставила валяться. Пока я стонал от боли, она сожрала овец. У меня сломанные ноги и челюсть. Думается, помру я раньше, чем оно обо мне вспомнит. Ну и дурак же я, ради зайца. Берегись, берегись, читающие эти мои последние слова. Харвард. Кто там был? Какой-то тролль. Да, тролль. Это тролль. Самый, что не из обыкновенный западный норвежский тролль. Таких очень много разводилось в Норвегии. А также они живут в Швеции и Финляндии. Чё? Твою ты мать! Это что еще было? Еба! Блин, я дрожу. Так сильно меня напугать. Тролль! Самый, что не есть, настоящий тролль. Вообще нормально, да? Тролль, оказывается, тролль. Они живут здесь. Пипец, как он меня напугал. Это было... Я давно не пугался так. Я пипец, как давно не пугался. Ладно, окей, давайте вот на этом и закончим. Пипец просто. Тролль какой-то там. Ты тоже, тоже напугался, да? Это, блин, все, я не хочу дальше идти. Мне страшно. Мне пипец как страшно уже. Закончили на этом. Все. С троллем воевать будем. Ох, пипец как страшно было вот сейчас вот. Все. С вами был Виктор. Всем пока.